Ребят, всем привет! Риолинда, Калифорния, 5 октября 2022. Прогресс роста папайи, мексиканская папайя была посажена не так давно, может быть пару месяцев назад, может 2,5 месяца назад. Высажена в паре, так как у них перекрестное опыление, очень мощно идет. Смотрите, какие стволы в реале конкретные. Моща примерно сантиметра по 4 в основании. Вот такая красотища. Ветвятся. Даже, по-моему, да, ребятки. Аллилуйя. Даже вот она вот уже. Я не знаю, видно вам, нет. Вон ее. Она будет цвести, ребят. Это класс. Она будет цвести. Уже вон вижу бутоны. Это, конечно, чудо вообще. Это чудо. Сейчас посмотрим на этот кусик, на второй. То же самое, ребят. Судя по всему, бутоны. Да, это бутоны. Супер. Просто супер. Здесь вообще очень много бутонов. И, может быть, даст Бог, мы даже попробуем в этом году нашу папайю. Чудеса. So, thank you for watching, guys.